пятницу в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, возможно гроза. Также жарко, плюс 28, плюс 32 днем, ночью 20-22 градуса выше 0. В Сызрани облака и дождь с грозой, днем плюс 31, ночью плюс 22 градуса, северный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность без осадков. Днем плюс 29, ночью плюс 22 градуса. Ветер северный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, дождь, гроза, плюс 28 градусов. В дневное время ночью 21 выше 0. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 59%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Температура воды в реке Волга 24 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.